Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И перед тем, как перейти к основной теме этого ролика, хочу напомнить всем вам, что со мной можно связаться вот через эти вот переходы на Telegram, на Facebook, который находится у меня на главном канале, переходы эти. И практически под любым роликом просто здесь надо вот развернуть описание вот через это еще. И вот здесь все мои контакты. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о партнерском маркетинге или аффилиат-маркетинге. У многих людей сложилось такое представление, что очень трудно зарабатывать в этой сфере, в партнерском маркетинге. Первым делом, почему такое впечатление, что тут надо самому продвигать этот продукт, и это там на рекламу тратится и все такое. И это слишком дорого и непонятно, можно заработать или нет. Так вот, заработать можно. Даже где-то, если взять по большому счету, здесь заработать можно лучше, чем на других площадках. Сейчас объясню по ходу ролика, вам будет понятно, к чему это я веду. Вот смотрите. Вот берем один вот такой продукт, ProfitMate с Warrior Plus. Вот это такая площадка очень известная по партнерскому маркетингу. Итак, этот продукт при желании мы можем вот через эту вкладку перейти на самого продавца и посмотреть его профиль. Вот смотрите. Сколько всевозможных товаров этот парень смешной на вид продает. У него тут целая куча продуктов, которые вы можете запросить и начать продавать. То есть это большая площадка. Те, кто занимается дропшиппингом, они уже вполне представляют. Вот любой товар можно брать и продавать. Как его продвигать, я сейчас вам покажу бесплатными методами. Вы увидите и, наверное, даже не поверите. Итак, если смотрим дальше, этот парень сделал 30 продаж. Если так вот округлить, то есть он продал 330 своих разных вот этих программ. Вы представляете, да, какие деньги? Он написал программу какую-то, которую перепродает с нашей помощью и зарабатывает такие деньги. Тот продукт, который мы вначале посмотрели, вот этот ProfitMate, люди обычно с первого раза всякие товары не покупают, да, вот. Тем более вот такие вот программки и все такое. Они очень часто, допустим, где-то увидели, где-то прочитали, где-то услышали. И, естественно, хотят узнать об этом продукте больше. Это вполне естественное желание у каждого человека нормального. Посмотреть, что же там в Гугле об этом продукте пишут. И вот. Они набирают, вот, допустим, вот такая-то программка ревью. Это очень часто такое происходит. Я сам так делаю, когда что-то незнакомое попадается. Сразу же ищу отзывы, ревью на эту программу. И вот по этому запросу скроллим, смотрим. Вот одно ревью, вот одно ревью. Смотрим дальше, дальше, дальше. И то, к чему я веду, вот это вот ревью, которое
на первой странице Гугла, поиска Гугла. Вот первая страница. Вот давайте сейчас обновлю. И увидите, что это все вживую. Вот это первая страница Гугла. Продукт продается с 2021 года. Поэтому, если так взять, он опустился сюда, потому что много было осмотров, ну, ревью на этот продукт. Но все равно первая страница поиска Гугла, те, кто хоть немного занимаются там сайтами, продвижением и так далее, тем более платной рекламой, они знают, что первая страница Гугла это дорогого стоит. Итак, если перейти сюда, мы увидим, что этот обзор размещен на такой площадке, как Medium. Она называется Medium.com. Этот сайт выглядит вот так. Вот если вы там не зарегистрировались, вот это вот этот сайт. Значит, этот обзор размещен вот на этом ресурсе, который Google высоко ценит. Вот этот сайт Medium, он высоко ценится, и то, что там написано, то, что там размещено, оно в выдаче Google попадает на довольно-таки приличные позиции. Здесь бесплатная регистрация, здесь ничего не надо, и в принципе, зарегистрировался и все. Теперь возникает следующий вопрос. Как же мне написать ревью, обзор, да, об этом продукте, о любом продукте, который вы что-то взяли там с этого, с аффилиат маркетинга, да, с площадки любой. Как же написать мне это ревью? Я уже показывал, что есть специальные программки с этим искусственным интеллектом. Вы им пару фраз даете, там заглавие, даже заголовок даете, оно все пишет за вас. То есть человек, опять же, написал этот обзор. И в этом обзоре, вот если вы проскроллите, вот ссылка на этот продукт. Вот если перейти по этой ссылке, мы попадаем вот на такую вот, ну это называется деревом, в котором он сразу несколько своих аффилиат-программ, вот видите, по каждой ссылке перейдешь, и там что-то он перепродает. В том числе и вот это, то, о чем он написал. То есть, любой, кто ищет в Google ревью, попадает на эту страницу и переходит к нему на вот этот вот так называемый сайт. Очень многие делают просто прямые ссылки на свой аффилированный продукт. Если вы думаете, что трудно написать, вот это мой профиль в Medium. У меня две статейки здесь. Вот 2 дня назад. И 4 дня назад. Опять же, писал не я, писал искусственный интеллект. Среди них, среди вот этих вот статей, есть и мои аффилиат-ссылочки, да? Вот, посмотрите полное видео. Лучше всего, конечно, делать ссылочку на какое-нибудь видео, которая очень часто бывает в самих продуктах, потому что людям неинтересно читать, очень мало читают. Там пару-тройку абзацев прочитают, а потом увидят, что есть видео, переходят на видео и смотрят. То есть вот таким вот нехитрым, в принципе, образом мы попадаем на первую страницу Гугла, поисковика. Теперь второй бесплатный метод и с другим продуктом. Кстати, вот эта вот статья, смотрите, она написана аж в
2021 году. И вот смотрите, с 2021 года, больше года, она держится на первой странице, эта статья. Если кто-то до сих пор заинтересуется, он вполне вероятно, что перейдет сюда и купит что-нибудь у этого парня. Или сам этот продукт, или вот из этого дерева, которое он сделал. Тоже бесплатно это все делается. Ничего за это платить не надо. Итак, следующий бесплатный метод и другой продукт. Он свежий, 22 года выпуска. В августе был запуск. Запустили этот продукт недавно. Опять же, перейдем сюда. Вот создатель этого продукта. Назовем это так. Американец. Столько-то у него фолловеров. 35-37 тысяч почти. Фолловеры, они следят, чтобы как только у него появится новый продукт, чтобы быстренько они узнали об этом. И были в числе первых. Вот 54 продукта продает. Вот столько у него продаж. Так что тоже человек. Здесь можно вот в правой колонке увидеть, сколько копий из этого продано. Сколько это? 1000 плюс 500 штук. То есть и здесь можно там сориентироваться, что у него более ходовое, более свежее можно повыбирать и так далее. Теперь, опять же, кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь увидел вот про эту систему, про этот продукт, про это произведение искусства. Что он делает? Он опять же, ну, естественно, 100 тысяч комиссия системы, ревью, обзор, да, на этот продукт. И смотрите, первая строчка, вот первая позиция, это реклама, платная реклама. Кто-то заплатил, чтобы попасть сюда. А вот этот человек не заплатил. И обычно рекламные объявления я не смотрю. Потому что эта реклама, она может быть проплачена и все такое. Ну, реклама, она есть реклама. А это не реклама, это просто кто-то написал, а этот кто-то в таком плохо известном, точнее, он известен, но все относятся к нему плохо. Типа социальной сети LinkedIn. Тоже многие об этом слышали, об этой социальной сети. Но в русскоязычном сегменте, да и вообще в мире, если честно говоря, он не пользуется такой популярностью. Но сам Google его оценивает очень и очень высоко. Если вы проскролите, просто после меня, после ролика сделайте вот эти запросы, вы увидите, что крути, не крути. Вот здесь после этого LinkedIn только идет YouTube. Вот на YouTube кто-то сделал ревью. Скролите, вот здесь Pinterest. Facebook вообще здесь нету. Вообще Facebook не присутствует даже на второй странице. Вы что, думаете, что на Фейсбуке никто не делал обзор этого продукта? Конечно, делал. Но Фейсбук не LinkedIn для Гугла. Для Гугла. Чтобы попадать вот на такую вот первую позицию. На переднюю позицию. Это алгоритм Гугла. Он его ценит. И, кстати, я тоже относился очень и очень предвзято к этому, пока не купил за $1 руководство по эксплуатации LinkedIn. Там очень интересные вещи. Ну, она на английском, но
все равно с переводчиком потихоньку осваиваюсь. Кстати, ссылочку оставлю в комментарии, если кто хочет, можете купить. $1 стоит. Но там столько секретов, столько умных вещей про LinkedIn, что грех не использовать. Если не забуду, после ролика оставлю ссылку в первом комментарии, значит, на этот LinkedIn, как его эксплуатировать. И вот смотрите, вот если перейдем, значит, вот на это ревью, то опять-таки, вот давайте перейдем сюда, увидим, что ревью этот сделал вот это ревью. Вот, пожалуйста, здесь переход вот на это LinkedIn, кстати, не Facebook, он вполне лояльно относится к этому. Вот смотрите, кликай сюда, кликай сюда. Вот кто, вот 100 тысяч комиссий, система, вот кликай сюда. То есть человек сделал обзор, вот смотрите, видите, сколько ссылок сюда ставил. Вот сплошные ссылки на этот продукт. Сплошные ссылки, если не сказать на что-то еще. Я так не читаю, может быть, это даже и на что. Не, ну это тоже на тот же продукт. Видите, это море. Это один. И сразу как бы идет второе ревью, да? Вот здесь скам или нет? Вопрос. Здесь стоит покупать или нет? Обычно вот такие обзоры, статьи, всякие вот эти, лучше писать. Опять же, пишем не мы, а интеллект. С вопросом, как бы заинтересовать, чтобы люди переходили и смотрели. И вот, пожалуйста, в другой статье. Ссылка, ссылка, ссылка в LinkedIn на первой странице Google. То есть это все бесплатно. Пожалуйста, сделай такой обзор, понапихай сюда своих ссылок, и кто-то докупит. И вот одного интересного парня я тут нашел в LinkedIn. Вот смотрите, его зовут Колам Азам Эскей, да? Он индус. Я там по нему походил, побродил по роликам. Смотрите, что он делает. Он практически, вот смотрите, 2 дня назад какая-то такая программка. 3 дня назад. 4 дня назад. 5 дней назад. Он практически каждый день про какой-нибудь продукт делает обзор. У него есть обзор и про вот то, что мы смотрели вот недавно, про какой-то из них, по-моему, про вот это 100 тысяч. Во, 100 тысяч комиссия, вот смотрите. Вот и про это у него здесь есть ревью, который он написал 2 недели назад. Но он делает чуть по-другому. Кроме того, у него тут идет, вот если развернуть, у него идут вот хэштеги, и он дружит с английским, ну, насколько может индус дружить с английским, делает обзоры и записывает. У него здесь идут переходы на YouTube. Он свое лицо не демонстрирует. Его тут в кадре не видно. Он просто раскрывает этот продукт и потихонечку, там помаленечку рассказывает о нем, ну, настолько, насколько может. Опять же, я показывал, что можно через искусственный интеллект сделать звук, чтобы был голосом все это показывалось. И сделать такой обзорчик, закинуть себе на YouTube. Вот 4 августа закинул, 26 просмотров. Кто хочет, переходит, покупает. Нет, нет. Вот и здесь у него ссылка на этот продукт. По-разному. Но то, что он не ленится и каждый день закидывает сюда вот такие вот обзоры, это сплошные обзоры. Сплошные обзоры. То есть можно делать и так, если вы дружите с YouTube, делаете ролики.
Это, кстати, очень хорошо. С одной стороны, и канал продвигается, с другой стороны, и товар продвигается. Если нет, просто пишите статьи вот такие. И попадайте на первые страницы Гугла. На первые страницы поиска Гугла. Это дорогого стоит. И вот если вы думаете, что этот человек, у которого с 21 года написана статья, вот целый год он написал, закинул туда и даже сюда не заглядывает. У него нет-нет, да и идут продажи только с этого обзора. Он ничего не сделал, он потратил на это, ну, пусть час времени, не более того. Держится на первой странице Гугла и имеет свои продажи с этого продукта, который до сих пор он 5000 копий с лишним продается. Ну, здесь рейтинги и все такое, я не хочу особо вдаваться. Просто вам надо попробовать вот эту всю схему, взять где-нибудь товар. На Warrior Plus он под запрос. Как делать запросы, чтобы вам не отказали? Все продукты на Warrior Plus под запрос. Надо запрашивать, чтобы вам дали этот продукт. А есть тот же Clickbank, есть Digistore. Там запросов не надо. Там кликнул, взял ссылочку и, пожалуйста, продвигай. Так что внимательнее относитесь, посмотрите, порассуждайте вот про этот аффилиат-маркетинг. И советую всем заняться этой темой. Если, еще раз повторяю, если у вас будут вопросы, что-то захотите дополнительно узнать, можете в комментариях спрашивать. Если кто не любит светиться, не хочет, чтобы в комментариях его видели, вот, пожалуйста, мои контакты. Пишите в личку. Пишите в личку, я плотно занялся этим. Есть уже пара-тройка рефералов с Америки. Ну, я думаю, с Америки, потому что я все свои рекламы, бесплатные продвижения все, даю с таргетингом на Америку. Потому что там, ну, платежеспособные люди. Если что, лучше, конечно, туда. И еще контакты. Еще раз покажу. Под роликами. Под роликами. Кстати, мы уже с вами можем делать и видео на английском. У меня здесь вот последний ролик. Я попробовал сделать на английском. Welcome back to my... Переделанный, но YouTube пропускает. Как все это делать? Ну, тоже могу показать при случае. Так что вот так вот, ребята и девчата. Занимайтесь, смотрите, обратите внимание на это. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.